В сентябре в муниципалитетах Подмосковья планируется запуск 6 новых объектов. Это 4 поликлиники, амбулатория и офис врача общей практики. Еще в 7 медицинских учреждениях завершится капитальный ремонт, в том числе в Звенигородском стационаре Одинцовской областной больницы. Это крупный стационар, который работает по всем основным профилям – хирургия, травматология, кардиология, паллиативная помощь. 10 сентября планируется торжественно начать в нем полный прием.